Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать тему Clauses of Converse. И перед нами, надеюсь, уже последнее упражнение в эту тему. Опять же, нам надо разобраться с linking words. Despite, but, even though, no matter how, whereas, or no matter what. Почти все то же самое, что было всегда. Пожалуй, единственные новые слова, которые здесь появились, это no matter how и no matter what. Неважно как, неважно что. No matter – это неважно. Ну, а все остальное и так мы знаем, несмотря на то, что но, хотя. Итак, same scuba school, Belize. Школа скуба-дайвинга Сэма в Белизе. Many people dream of experiencing the thrill of deep sea diving, but no matter how determined you might be, it's still hard to take the first steps towards realizing your dreams. That's where Sam's Scuba School in Belize can help. Our 4-day beginner course is perfect for learning the basics. Так, ну в первом абзаце за нас подумали, но тем не менее я переведу. Многие люди мечтают испытать возбуждение от глубоководного дайвинга. Но неважно, насколько вы можете быть настроены решительно, все же трудно делать первые шаги в реализации своей мечты. Вот именно здесь школа скубодайвинга Сэма в Белизе может вам помочь. Наш 4-дневный курс обучения для новичков идеально подходит, дабы научиться основам. Итак, на что здесь стоит обратить внимание? Ну, сам по себе смысл меня не очень сейчас волнует. Меня интересует вот это слово «no matter how». Неважно насколько. Я перевела как «неважно как». В принципе, это правильно. Но слово «how» в данном случае – это «насколько». Почему «насколько»? Потому что дальше у меня стоит «determined» или «determined», как его иногда говорят. Далее следующее, второе. Чего-то там you may have never dived before. Once you complete 2 days of practice in our swimming pool, you will be ready for 2 days of open water diving. Чего-то там вы, возможно, никогда не ныряли до этого. После того, как только вы проведете 2 дня практики в нашем бассейне, вы будете готовы к 2 дням ныряния в море, скажем так, или в открытой воде, если дословно, но это имеется в виду в море. Итак, что мы здесь имеем? Хотя или несмотря на то, что вы никогда не ныряли до этого, что мне здесь подойдет? Можно, в принципе, despite поставить, почему бы и нет. Можно despite. Можно поставить even though, тоже как вариант. Почему бы и нет, и то, и другое мне подойдет. Ну, хорошо. Despite, ага, despite не подойдет, потому что после despite надо инговую форму, у меня ее нет, поэтому мне придется ограничиться even though. Sorry, здесь только even though. Despite мне не подходит. Despite можно было бы поставить, но для этого нужно было бы додумать слова. Despite the fact you may never have и так далее. Если бы у меня была такая ситуация, тогда да, можно было бы ставить. Но мне нельзя ставить дополнительные слова, поэтому ограничимся even though. Далее. Далее, our school also offers courses for experienced divers. Наша школа также предлагает обучение для опытных дайверов. Далее, третье, чего-то там, the fact, ага, вот тут уже явно despite, that our school is only 2 years old, we have some of the world's best instructors who can help you get to the next level. Итак, несмотря на то, что нашей школе только 2 года, у нас есть известные во всем мире инструкторы, которые могут помочь вам перейти на следующий уровень, так сказать, мастерства. Итак, ясное дело, что здесь будет despite. Откуда я это знаю? Потому что дальше стоит слово the fact и that. А все вот эти слова, которые здесь стоят, они с такой конструкцией не употребляются. Это только характерно для despite в данном списке. Ладно, идем дальше. Далее, четвертое чего-то, that's not all. Ух ты, какое маленькое лаконичное предложение. Это не все. Что же здесь может быть, честно говоря,
Не знаю, что здесь может быть. Ну ладно, я пропущу. Пойду дальше. Возможно, дальше меня умная мысль посетит. Пятое. Чего-то at the diving schools only offer discounts at certain times of the year. Sam's has specials all year round. Так, значит, наверное, несмотря на то, что... Или в то время как... Наверное, в то время как будет лучше. В то время как другие школы для дайверов имеют скидки только в определенные поры или в определенное время года, в школе Сэма есть специальные скидки целый год. Итак, что у меня здесь может быть? В принципе, посмотрим методом исключения. Возможно, я сразу угадаю. Итак, despite мне здесь явно не подходит. But, что у меня там? But... At the diving schools, но другие школы, так, это ну явно не подходит. No matter what, неважно что, тоже не в тему. No matter how, тоже не в тему. Значит, остается только whereas. Поэтому я whereas здесь и поставлю. Whereas, в то время как. Или хотя, можно и так говорить. Далее, so why not check us out at... Чего-то там. Ага, чего-то там. Дальше продолжение есть. Check us out at www.samscuba.be and believe us. Дальше чего-то. Others might say deep sea diving in Belize is a safe and thrilling experience you'll never forget. Итак, почему бы не сходить на вот этот вот ресурс www.samscuba.be и поверьте мне... Там, поди его знаю что, другие могут говорить. Дайвинг в Белизе безопасен и очень такой волнующий опыт, который вы никогда не забудете. Короче говоря, мне нужно подумать, что у меня здесь будет. Но другие могут говорить, наверное, несмотря на то, что другие могут говорить, или неважно, что другие говорят. Ага, вот неважно, что другие говорят, мне, скорее всего, здесь подойдет. No matter what. Здесь будет no matter what. Я думаю, что... Неважно, что другие могут говорить. Итак, что у меня осталось? У меня осталось единственное четвертое. Я понятия не имею, что здесь поставить. Но это не все. Ага, но это не все. А ну-ка, стоп. У меня есть бат. И, пожалуй, бат здесь и подойдет. Тем более, что бат у меня все равно нигде не стояло. Поэтому я его сюда поставлю. Если бы у меня не было подсказок, если бы не было списка слов, допустим, что бы здесь можно было бы поставить вообще? Even though that's not all, несмотря на то, что мне здесь явно не подходит, despite нет, whereas определенно нет, no matter what, неважно что. Ага, здесь только but, собственно, и подходит. Можно however было бы еще поставить. Ну, это так уже умозрительно. Здесь его нет, поэтому, поскольку просто however полный синоним but, поэтому его можно здесь было бы тоже поставить, если бы у меня не было подсказок. Ссылка на теорию по теме стоит в описании видео, равно как и скриншот. Ссылка на скриншот также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.